Друзья, всем привет! Стоит мне отлучиться буквально куда-то на один день, на два, просто сразу куча разных событий происходит. Изменение баланса в игре Clash Royale, там и заморозка наносит урон, и со сборщиком что-то непонятное они сделали. В Brawl Stars невероятная там вообще новости, там новый герой, там 3D, по-моему, графика. Короче, какие-то еще там обновы, какие-то гемы, золото, еще что-то бесплатно. Я, честно, не успел все прочекать. У меня сегодня целый день не было дома. Я не мог быть в курсе, ну, не мог всю информацию впитывать, вам преподносить. Поэтому сорян, ребята, сорян. Возможно, вы от меня ждали какого-то видоса. Я обязательно выскажу свое мнение, возможно, в следующих роликах. Я буду же делать какие-то обзоры дальше, в дальнейшем. Либо на стриме. Я думаю, те, кто смотрит мои стримы и следят за моим каналом, знают, почему у меня сегодня не было. У меня сегодня такой ответственный день. Может, видите, я еле сдерживаюсь. У меня очень хорошее настроение. Но я не мог не записать, конечно же, сегодня видосик. Я его подготовил еще вчера. Ну как я подготовил? Я знал, что я буду записывать сегодня, но просто приехал поздно. Поэтому сегодня будет всего лишь один видео. И сегодня не будет ни одного стрима. Сегодня я себе беру выходной, буду праздновать, обмывать покупочку. Сейчас я вам не скажу какую. Ну, думаю, что кто-то в комментариях может и спалит, кто смотрел на стриме. Вот, если захотите чекнуть, что же купил. Подписывайтесь на Инстаграм, наверное, ссылка будет в описании. И подписывайтесь на канал для стримов, ссылка будет также в описании. Завтра будут ролики, там по два ролика и по два стрима, как всегда, как обычно. И я наверстаю то, что упустил однозначно, посмотрю все новости и обязательно с этим разберусь. Вот, сегодня я хотел записать на основном аккаунте, я еще вчера эту деку скопировал и подготовил. Это королевский гигант с мортирой. Может, помните, у меня была подобная дека, и я, по-моему, почти взял рекорд с ней. Это было давно, и там немножечко была другая колода, я ее составлял сам. А здесь эту колоду я взял у топа. 3,5 эликсира, очень дешевая, все есть, все классно, хочу попробовать. Поехали в бой. У меня уже 5380, я извиняюсь, конечно, что вот стримами я так вот подвожу. Не знаю, завтра, кстати, по поводу рояля, опять же, тоже там некоторые планы есть. Не хочу вас грузить, но тоже вот могу отлучиться, потому что, ну, родственники, надо там, короче, надо, не хочу вас грузить, вот, и поэтому завтра, может быть, стрим опять пропущу, но воскресенье, я думаю, меня ничего не отвлечет, вообще, 100% будет стрим, поэтому однозначно подписывайтесь на канал для стримов по ссылке в описании, так, да, друзья? По ссылке в описании, да, вы найдете стрим для каналов, канал для стрима. Я немножечко, видите, да, запинаюсь против нас три мушкетера. Я вот просто сейчас думаю, я контра или не контра? У меня же вроде мортира, да, вроде как должен контрить. Так, что у него сейчас? Банда гоблинов, да, ну тогда копейщиков кинем. Да, банда гоблинов и больше ничего у него нет сейчас. Ну бревно может, я не знаю. Копейщики, пожалуйста. Так, блин, вот это сейчас плохо. Вот это сейчас ужасно. Блин, он дошел к вышке. Зап будет, нет? Пожалуйста, лишь бы он не запнул. Фух, он не запнул. Смотрите, по урону, кстати, я практически такой же самый нанес урон, как и он. Но сейчас копейщики нанесут больше. Так, фаербол пока не буду спешить выбрасывать, потому что... Ага, слушайте, а сейчас орду миньонов не факт, что задефаю с гигантом. Давайте попробуем. Я хоть попал фаером? Отлично. Так, ну сейчас он будет строить атаку. Я, естественно, поставлю мортиру на деф. Ставим мортиру на деф вот сюда. Ха, трех мушкетеров на одну сторону налево. Вот приколист. Неужели он думал, что у меня ничего больше нету? Ха-ха, наивный дурачок. Ух и наивный дурачок. Ух и наивный дурачок. Так, здесь разряд. А, нет, нормально. Я кстати, мискликнул, кинул не разряд. И это даже лучше. Блин! Камон, тихо, тихо, дефаем, дефаем. Так, мортирой дефаем, я хз, блин, вообще жесть. Разрядик, разрядик, хорошо. А, гоблины выжили, сучка, гоблины выжили. Да пиздец, урон. Ненавижу этих трех мушкетеров, отвечаю, пацаны. Всегда их не любил, всегда. Спамер, блин, хренов. Я не пойму, у него нету разряда и бревна? Он вообще не контрит мою мелочь, вообще абсолютно. Мне кажется, у него там фриз или рейдж какая-то, или клон спел, блин. Так, ставим, короче, так, здесь варвары. Надеюсь, мортира будет жить!
Надейся, надейся. Так, фаербол. Фаербол. Замечательно. Мортира. Действуй. Найс. Так. Так. Ну тут так, так. И мортирку ставим. Мортирку ставим. Здесь у нас разрядик. О, не, есть у него разряд. Я просто не замечал. Так. Хорошо. В принципе, сейчас дефаюсь. Неплохо, да? Не знаю. Не знаю, плохо или неплохо. Мне нравится колода. Мне нравится, но я проигрываю. Я вначале затупил. Много, да, пропустил. Но в целом сейчас он ошибки начал допускать. Надеюсь, что... Кургиганта ставить не буду. Так, ну тут разряд. Он слил орду мух. Мне кажется, зря. Ставим так. Сейчас бы такой огненный шар бы залетел. Просто жесть. Так. Ну я поставлю мортиру, да? Надо было сначала варваров, а потом мортиру. Разряд. Хорошо. Так, копейщики. Хорошо, оп. И вот это сейчас нечем дефать. Вот это сейчас нечем дефать. Вот это сейчас нечем дефать. Ладно, банда гоблинов. Банда. Все, походу. Ну я был рядом. И, кстати, на фаербол мне хватало эликсира, почему-то я его не выбросил. Непонятно почему. Я контра, но вначале я затупил. Так, окей. Окей, поехали. О, там, кстати, какой-то сундук набился. Поехали дальше. Блин, ну все равно забавно, весело. Какая-то такая интересная колода. Экоргик плюс мортира. Простенькая колода на самом деле. Я, опять же говорю, была у меня ошибка в начале. Сейчас вот, если еще раз мне три мушкетера подберутся, я уверен на 90%, что я затащу. Не хватало мне, знаете, иногда уверенности. Я вот, блин, зап, что делать? Запать или не запать, короче, ну хз. Тупил. Так, ух ты, Валька, блин, жесть. Так, ну копейщики. Что-то мне кажется, что это опять три мушкетера. Так, разряд. Копейщики. Надеюсь, он сейчас не кинет разряд. Отлично. Кидаем кор-гиганта. Кор-гиганта кидаем. Да ну нахуй. Да ну нахуй просто, блин. Да ну нахуй. Да ну нахуй. Пека. Ой, гигант с инферно, ну камон. Такое редко встретишь. Но я встретил. Ладно. А, вот оно как все тут устроено. Тюёптить, я как-то сразу не додумался, что такой вариант вообще может быть еще. Но такой вариант, как видим, быть может. Жесть. Капец, таким еще играют на 5300. Инферно с элитками, пацаны. Приколите. Охренеть. Так. Немножечко не хватает дефа, на самом деле. Знаете, мини-пеки какой-то не хватает. Просто все такое поизон убивается, там, я не знаю, разрядом, бревном. Ну, давайте ставим, короче, гиганта. Ставим гиганта. Так, ведьма. Ну, туда. Ох, сколько у него карт, я понял. На байт, на разряд. Орда миньона в раз. Орда миньона в раз. Орда миньона в два. Так. Я, походу, эту вышку теряю. Может, и нет, не знаю. Посмотрим. Оп. Так, нет, не теряю. Орда миньонов раз, армия скелетов 2, инферно 3. Блин, до хрена урона, да? Вам не кажется, до хрена урона пропустил? Блин, да что за колоды такие? Не поиграть вообще, да, стало кор-гигантом. Ладно, ставим мортиру. Пиздец, просто пиздец. Просто жесть. Я не знаю, как с этим жить дальше. Мне просто вообще всего корежит. Я не могу. Тихо. Так. Тут купейщики вот так аккуратненько. Ставим мортирку. Мортирку ставим. Так, хорошо. Тут у нас так, фаербольчик. Пинь. Отлично. Тут разрядик еще шмальнем. Бля, одна муха конченая. Одна муха конченая. Сдохни уже. Так, отлично, все, понеслась. Сейчас будут элитки, скорее всего. А, нет. Вот они, элитки, да. Блин, кор-гигант вообще тупо мало живет. Мне не нравится. Так, ладно. Я надеюсь, ему нечем добивать. Ставим мортиру в атаку, короче. Тут выбрасываем варваров. Так, тут фаербол. Фаербол. Бамс, отлично. Так, здесь банда гоблинов. Да вот добей хотя бы ведьму, а.
Блин, Мартира снова. Так, принцесса тоже спасает его. Блин, вот сейчас, знаете, кинуть бы летучих мышей. Фух, если бы этот варвар дошел бы к вышке, если бы он хоть одну тычку сделал, у меня бы осталось там вообще децл хп, и он бы добил каким-то разрядом, я не знаю. Так, фаер вообще отличный. Копейщики, разряд. Да, блядь, принцесса, я опять проиграл, да ебать. Весело, но говно какое-то. Серьезно, ну, блядь, ну, либо говно мне подобралось, мне просто не фартануло. Просто что? 5800. Ну, слушайте, у него колода такая. На самом деле, ну, блин, ну, есть там байт, и, в принципе, и связки есть. Ну, блин, последняя каточка. Ой, я надеюсь, это три мушкетера. Я хочу их, правда, сейчас цикл не очень. Так, поехали. Да, это три мушкетера. Все, сейчас постараюсь, короче, отыграть вообще на изи. О, слушайте, я думаю, что сейчас можно даже фаербол кинуть. Все равно же сборщик две капли делает, да? Даже если я кидаю фаербол сразу. Да, он в любом случае две капли делает. Единственное, что я сейчас... Где мой эликсир? Если сейчас пойдет таран с ордой миньонов. Но я думаю, если он трех мушкетеров сейчас за вышкой, это будет даже идеально. Это будет даже идеально. У меня сейчас мортира будет. Так. Отлично. Там не три мушкетера, а голем за вышкой. Ну, скорее всего, три мушкетера тоже есть. Мне нравится то, что здесь и варвар, и мортир, и фаербол. Очень много таких карт, которые упрощают игру против трех мушкетов. Вы видите, какое у меня хорошее настроение? Я две катки слил, а я не бомблю. Я не бомблю, потому что... Ай, потому что расскажу вам завтра на стриме. Так. Так. Хорошо. Тяжело, тяжело. Против голема тяжело. Никто не говорил, что будет легко. А, так, ну все, отлично. Хоть, не, ну, на самом деле не так много урона, да? Могло быть и хуже все. Кидаем, естественно, фаер на сборщик. Сейчас на двойном будет весело мне. О, варвар тычку сделает. Хотя, если он банду гоблинов кинет... Тычка, отлично, 700 хп осталось. Лол, ты что, серьезно? Ты серьезно? Яру. Ой, слушайте, а ведь они живут, смотрите, сука. И банда гоблинов, и копейщики там, и, блядь, и пиздец, и все подряд я выпускал, и все равно они, падла, нанесли урон. Прикольно. Давайте кор-гиганта поставим, чтобы он что-то кинул перед големом, а не за големом. Ебать, у него еще и мини-пека. А, ну, в принципе... Да не, херня какая-то. Так, вышку мы добиваем. Хорошо. Тут летучие мышки. Тут копейщики. Тут банда гоблинов. Здесь разряд. Так. Таран не доходит. У него варвары. Ой, стрелы. Мортира бы, если бы тычку сделала, то... Не так много бы урона я от тарана получил. Слушайте, я... Блин, охренеть, от тарана я много урона получил. И зря я дефаю вышку. Я, походу, проиграл. Я сейчас не задефаю эту атаку. Блять, все три катки слил. Нахуй надо. Жесть. Обидно. Не, правда обидно. То есть, ну, хотя бы по одну каточку выиграть. Эту деку я взял у топа. Но, видимо, у меня руки-крюки. Не предназначен я для игры с такой декой. Вот. Все. Три поражения подряд. Ну и хрен с ним. Хрен с ним, с этими поражениями. Зато у меня сегодня хороший день. Ничего мне не испортит настроение. Никакой я боссаный рояль мне это не испортит. Не рояль, а боссаный. Я вот это... Вот эти слепые катки. Я немножко расстроился, что, ну, я тупо... Меня прямо сейчас весь горю. Вы можете видеть. Реально. Блядь, ни одной катки не выиграл. Хочется так вот... Просто бомбануть. Но нет, я сдержусь. У меня сегодня хорошее настроение, поэтому я вас всех люблю, я вас всех обнял. Ребятки, хорошего вам тоже настроения. Завтра увидимся. Подписывайтесь на канал. Извините, что все три катки проиграл. Но дека забавная. Забавное, но говно. Всем до новых встреч. Всем пока.